На электрических станциях Жамбылской, Карагандинской и Павлодарской областей не успевают за сроками начала ремонтов основного оборудования. Об этом сообщил министр энергетики на заседании в правительстве. И прямо сейчас там обсуждают ход подготовки к отопительному сезону. На месте находится наша коллега Анель Едильгаза. Да, сейчас мы находимся в здании правительства. Сегодня на повестке два вопроса. Это подготовка к отопительному сезону и обеспечение меры по обеспечению устойчивой занятости. Второй вопрос сейчас только приступили обсуждать. Сейчас хотелось бы остановиться на первом вопросе подготовки к отопительному сезону. С докладом выступил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Он отметил, что в этом году в стране запланирован капитальный ремонт на 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин. Уже отремонтировано больше 4000 километров линии электропередачи и свыше 200 подстанций. Станции касательно регионов, то да, как вы отметили, в Жамбылской, Карагандинской и Павлодарской области отстают по срокам. Также министерством определены энергопредприятия, которые будут на постоянном контроле. Это Экбастузская ТЭЦ, ТЭЦ Ридера, Темиртау, Септогорская, Жизгазганская и Кентауская ТЭЦ. В завершении министр отметил, для успешной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду предстоящего года необходимо обеспечить объем ремонта, обеспечить исполнение ремонтных работ в необходимом объеме и согласованных сроках, не допускать сокращения запланированных объемов и создать нормативный запас топлива и запасных частей на энергоисточниках. На этом у меня пока все. Подробнее будет в следующем эфире. 4000 линий электропередач уже отремонтировано. Главное, чтобы в бурные зимние погодные условия они держались крепко. И то, что отремонтировано, не выдержали как раз погодные условия. Спасибо, Анель. Это была наша коллега прямо из правительства.